я включил уже музыку. Так, ладно. Не знаю, что это за хренотень такая. Настроек нормальных нет, ничего нормального нет. Да иди ты лесом. Давай посмотрим, что это за фигня. Просто интересно. Я понял. Расставляем фигурки, карты, которые нам выпали. Ясненько. Да играл я в такое не очень-то, оно и прикольно. Короче, народ, хрень лютая называется. Не знаю, это в году, наверное, 2001 такое бы поперло. Сейчас-то вряд ли. Ты метлу там не сломаешь, красавица? Или это у нас ведьма на метле имеется в виду? Короче, кошмар еще тот. Анимация, в принципе, неплохая, конечно. А, то есть он сшибает первый ряд. Молодец. Да уж. Давай, баба против бабы. Почему? А, тут еще по мане защитно. То есть 6 маны нужно для баллист. Понятно. Бьют они сами. Я думал, хотя бы я буду указывать цели. Угу. Сейчас. Короче, я думаю, народ, всем прекрасно понятно, что это за игра. Тут особенно даже смотреть-то нечего. Игра чисто на любителя, я назову такой обзором. Ну, в принципе, то на то и есть. Сундучки, карты. Там, с этих карт мы и будем воевать. Это игры прошлого века. Мягко сказать, какого на года хоть ела-пала, да я посмотрю. 2022 года такая вот херня. Ну, приехали, называется.